Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Вашему вниманию тема «Цивилизация Андромеды. Трансформация сознания в период пандемии вируса». Цивилизация Андромеды. Контактер Елена Ладзинская. Как вы, наверное, уже знаете, наша цивилизация занимается сбором информации и анализом различных показателей, отвечающих за состояние сознания человеческой расы. Мы работаем непосредственно с сознанием человека и, как никто другой, знаем, какие процессы сейчас происходят в сознании людей из-за сложившейся ситуации с вирусом. Основной показатель, который нам хотелось бы отметить, это многократное увеличение амплитуды импульсов, излучаемых вашим сознанием. Другими словами, вы стали больше беспокоиться, сильнее переживать, глубже уходить в своих страхах и отчаянии. Чувства радости и восторга тоже дают повышенную амплитуду. Но, конечно, страх, паника, неверие и ощущение потери почвы под ногами превалируют. Мы видим, как многие люди своим неконтролируемым состоянием легко достигают максимального уровня допустимого накала эмоций и энергетики и потом не успевают восстановиться и привести себя в нормальное состояние восприятия. Из-за этого искажения адекватного восприятия накапливаются и создаются новые цепочки реакций, формируются новые привычки и шаблоны поведения. Эти новые цепочки несут еще и защитную функцию, превращаясь в дополнительные предохранители, уберегающие основной узел от преждевременного выхода из строя. Таким образом, это естественная реакция, которая происходит в сознании большинства людей, а именно создать дополнительную подстраховку, проложить окольные пути, подстелить, где можно, соломку. Но есть другая часть людей, у которых сознание сейчас работает по другому принципу. Они используют свою энергию и сознание не на то, чтобы обезопасить себя и подстраховаться лишний раз, а чтобы по причине экстремальной ситуации получить доступ к резервам своей психики и ментального поля. Они используют критичность ситуации для того, чтобы под шумок открыть тайники и запасники своего сознания и подсознания. Пока все борются со страхами и ищут способы обезопасить себя, они, как истинные исследователи, идут на поиск священного Грааля своей души, прекрасно понимая, что сейчас создается беспрецедентная возможность снятия привычных барьеров и внутренних установок. Это рывок в сознании. И этот рывок может совершить каждый человек. Нужно только задуматься и трезво оценить, куда направляется ваша мыслительная энергия. Что вам важно сейчас понять и узнать, о чем вы беспокоитесь, какие проблемы и какие задачи ставите перед собой? Никогда еще человечество не было так близко к тому, что вы называете свободой выбора. Никогда еще не давался такой объем и масштаб свободы. И чем жестче наружные условия и ограничения, тем свободнее ваше сознание и внутренние устремления. Чем больше вы ограничены в действиях и передвижении, тем свободнее и мобильнее ваш внутренний мир, тем больше возможностей для своей внутренней вселенной. Мы будем продолжать знакомить вас с теми процессами, которые происходят в сознании человеческой цивилизации Андромеда.